Ладно, пофигу. Еще больше террора. Ок. Я все понял. Подождите. Да, я готов. Выходи. Давай добивайся. Ну давай. Отлично. Второго нету. Ну ок. Да. Это ничего хорошего. Успех. На последнем ХП. Выпало зелье от хила. БЗПМ. БЗПМ. Я записал. Я засыплюсь опять. Где ты, человечишка? Вот он. Я видел его. Шипы. Это не тот уровень с большими шипами, да, это он. Повезло. Говно!
Я промазал по ней. В общем, я могу загрузиться либо через код, но тогда у меня не будет всего оружия, а это затянет прохождение еще на некоторое время. В общем, да то видели экран гамовера. И еще раз. Опять один человек. У меня такое ощущение, что тут просто те же самые дефолтные спрайты, они как-то подкрашиваются, и все. Потому что даже интерфейс немного цвет меняет. Тоже повезло. О, опять этот. Давайте мы снова сохранимся. Зачастил, но я правда не хочу перепроходить это все кучу раз. И зачем я сюда? Странно. Мы же пойдем смотреть на это. Да и ключ костяной нам не помешает.
Отвали, блин. Я думал, что-нибудь покруче подгонит, чем Франкенштейн того же. Внук. Папа. 45-й. Это не то. Ясно. Куда бы мне отправиться тогда? И ждать, пока эти придут и выпилят меня? Нет, спасибо, блин. Окей. Что у нас здесь? Неплохо. По-моему, это не тот уровень, который я говорил. Но он очень на него похож. Черт. Черт! Отвали! Ключик. Даже если это не тот уровень, а просто очень похожий, то там суть такая же. Нужно очень много ракетниц. И везде бегают парни с пилами. А вот и человек нашелся. Черт. Блин, ты что, прикалываешься? А, ну да, я тут ключа же нашел. Ладно, я думал, халява. Крит Айрон Террор. Почему бы не засейвиться? Почему будем поюзать ботиночки? А у меня ключа не осталось.
Но я... Сейчас я его, конечно, открою. Но я пробегусь по уровню быстро еще. Что вполне возможно, что ключ где-нибудь лежит. В очень приятном месте. О, да вас тут много. Ну-ка, давайте. Влезай. Да, блин. Давай. О, хорош. У кого чай кончился, можете сходить набрать. Сейчас 2-3 червя за гринданью, похоже, здесь. Угу. Лол, вы кто? Набегать начали, что-то. То не было ни одного, начали набегать. Хорошо. Вас очень много. Так, мне подсказывает что-то, что сейчас уже кончится моя срока. Вообще долго очень, да? Держится этот. У меня ощущение, что как будто и когда он бьет, то у него продлевается этот время. Я, например, когда ребенка тупого бил, я 2 или 3 потратил, да? Все, ребят, ухожу. Уи, говно. 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 А, лол, вы ХП не отнимаете. Отвалите. Что с тобой? Хоп. За трибунами. Да блин, отвалите, а. Пожалуйста. Блин. Ну это вообще. Во, это другое дело. Да хватит. Три ключа. Это успех. Опять этот. Аптечка. Блин. Черт поганый. О. И паук, ладно.
Так, а плотненько ты чё? Блин. Они не могут как черви быть легкими и этими. О, я придумал, я же могу, наверное, паутину-то выпиливать этим пылесосом. Кстати, у меня еще ни разу ничего плохого не было. Там можно в зомби превратиться. Руха. О, вот она. Успел аптечку. Везет. Зажал, да. Ну, боссы вот иногда тупить начинают и в одном месте тусят. По-моему, все-таки гранат на скоро кончится. Видимо, насчет сотки я совсем ошибся. Он до 100 уровней не дотянут уже, это точно. О, первый плохой эффект. Второй плохой эффект. Если вдвоем играть, то один будет за другим гоняться, а у головы проблемы какие-то. Хо, лол. Чё это у тебя?
Ого. Жуть какая. Я такого не помню. Ну да, еще же второй человек. Да, я этого парня прикончил, кстати. Теперь не будет появляться. Вообще он и не должен, это вроде последний. Хотя вроде уровень тот, который с читом был. Там вроде сразу на него вел. Ну, сейчас проверим. Давай минусуй. И ключ еще один. Не мог, блин, сразу. А, ну хотя ключ я не потратил, да. О. Это все-таки конец. Все два зомбака. Ну, и штук 10 убил. Ого. Ну-ка. Этих. 15-20 тоже. Хотя нет, побольше. Титр до конца, конечно. Всегда титр смотрим до конца. Ноль. Ни одну соплю не завалил. Одного я вот в конце ракетницы выстрелил. И троих еще и минуснул в этом. В начале, когда я их заморозил. И троих баночками раскидал. Двоих дам. Тихо побольше. Ой, сколько штук? 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30. Много. Много. А, там босс спавнил, да? Я, видимо, руфлем охмочил. Красные. Шестерых. Ни одного. Угу. Секретный уровень. Там такие враги, типа тентакль.
Все, а сейчас, если я правильно помню. Ну. Ну, давайте. Ладно, давайте нажму. Кредит левел. В общем, вот тут как титры сделаны. Ты кто? LucasArts Games. Это офис LucasArts. Ассистент-аниматор. Тестирование. Блуз, ну-ка, блуз. У меня ж такого не было, да? Да, не было. Блуз, надо это запомнить. Сейчас попробуем. Так, ты кто? Тьфу. Давай. Лопайся. Угу. Я думал, что-нибудь выпадет. Ну и ладно. Геймдизайн, карты. Блин. О, пойдет. О. Так, ну в общем с офисом понятно все.
Enter your name. Хе-хей. Всех обогнал. Так. Бонус. Уровень 45. А там было Dungeon Picnic Park. Так, подожди. Да, такого не было. А, 9 человек. До этого было не 9, это другие уровни. Сейчас посмотрим. Может, если тут пройти теперь через это, то там что-нибудь еще будет. Мне, если честно, неохота проходить это все. Босса валить без оружия. Я не усилю. Не надо прилазить. Теперь можешь, да? Черт. Угу. Так, сейчас меня кинут на тот уровень. Угу. Вот. Вот теперь, собственно, вся проблема в чем? Ланию прошел, да? Только, кстати, DLC так и не доиграл. Пароль, похоже, смотри. Сейчас я вот эти 5 уровней прохожу, последних. Они, в принципе, такие же, да, только я теперь без оружия, без всего, потому что я с пароля начал. И по 9 человек на уровне. И, наверное, если пройду, то там будет какая-нибудь... Либо другая концовка, либо еще что-нибудь. Я не хочу. Я, в принципе, игру прошел. Я думаю, что этого достаточно.
А на эти уровни уйдет слишком много времени. Так, ну и вообще, сколько это заняло у меня? 2 часа 41 минута. Поздравьте меня. Я этого не делал с, наверное, лет с 12, может. Последний раз, когда я проходил эту игру. Да, спасибо. Ну, в общем, ладно. Кто смотрел, тот молодец. И что смотрели, молодцы. Так рано, в субботу. Кто в субботу будет так рано просыпаться? А теперь, до свидания. До следующего раза, когда я когда-нибудь приду.